представление, за приглашение меня к вам. Очень рада видеть всех таких заинтересованных, улыбающихся. Очень приятно. Спасибо, I Love Running, за приглашение. Да? Итак, марафон Disables. В этом году это был 31-й марафон. Даже это не столько марафон, да, сколько безумная гонка. Для меня это многодневный песчаный пробег на самообеспечение. То есть организаторы постарались создать бренд одной из самых сложнейших гонок на планете. И, в принципе, им, я думаю, это, возможно, удалось. И они очень старались оправдать это название. То есть выбрали место. Это Марокко. Это пески. Это Сахара. Это жара. И, слава богу, это не июль. Это всего лишь апрель, но и в апреле в Сахаре достаточно жарко. Это рельеф. То есть Сахара, на самом деле, она достаточно разнообразна, кто там не был. Это не просто только пески. Нет. Это, пожалуйста, и горы. Есть даже какие-то степи. Есть выжженная земля, высохшие озера. Мы даже на некоторых участках поднимались по веревке, карабкались, потому что было опасно потерять равновесие, улететь вниз, поэтому нас страховали веревками. Вот такие гребни еще были. Вот, то есть... А маршрут там как выбрать? Да, как ориентир? Вот, ориентир, да. Ориентир? Во-первых, у нас был роудбук, и я вам сейчас его пущу по рядам, посмотреть. Я тут в хвосте бежит. Да, видно, проторена дорожка. Выдают вот такой роудбук, он немножко разъелся. То есть он у меня был в рюкзаке, близко к спине, я немножко вспотела, и он его разъело немного, да. Да, но... Здесь. Интересный тот факт, что в прошлом году, когда мы выступали, мы же за каждый грамм боролись, чтобы у нас рюкзак был легкий, потому что вот каждая вот эта граммулечка, она тебе на 80-м километре уже так будет надоедать. Поэтому я учла все ошибки в прошлом году, в этом году я обрезала все лишние ниточки на рюкзаке, в общем, да, волосы обрезала там. Но это даже не столько потому, что вес, но я очень... принципиально подошла к этому вопросу. Нашла самую маленькую ложку в мире. Все знают, что с собой. Да, это сама гонка на самообеспечение. Вот, роутбук обязательно. В прошлом году русские, это определенная вообще нация, то есть мы увидели роутбук, так, рекламу выдираем, оставляем только карты. То есть потому что нас могут штрафовать. Если открывают рюкзак, видят, что там не все ингредиенты, пожалуйста, час времени. Вот так в прошлом году получилось у меня, когда я не взяла 200 евро, потому что я не думала, что они пригодятся в пустыне. Но если... Они действительно не пригодились, и мне кажется, они никому не пригодились, но это организаторские условия. Если не сказали, тащите белый рояль, вы должны тащить, потому что это правило гонки. Не хотите, не участвуйте. Вот. И меня, я считаю, абсолютно правильно штрафанули, хоть я и пыталась бороться с этим, но ничего не получилось. Апелляцию не приняли. И вписали мне штраф час времени и сместили меня на третье место. То есть я получила бронзу, хотя прибежала по второму женскому результату. Вот. И roadbook. То есть здесь прописаны какие-то важные моменты и эти самые этапы. То есть как мы бежали? Изначально известно, что первый день столько-то километров, такой-то маршрут. Например, первый день и первый старт у нас был первые 15 километров, вот такие вот дюны, еще более крутые, то есть пески. Сразу решили нас ушатать по полной. Вот. Но... Вас так просто не возьмешь. Да, не совсем получилось. То есть я на самом деле думала, что пески для меня будут тяжелые, но у меня получилось достаточно удачно сбегать. В отрыв 17 минут я ушла от второй соперницы. Вот, посмотрите, пожалуйста, если вам интересно, пустите. Даша, каждый год это разные маршруты, да? А он примерно одинаковый. Я помню, сегодня, в этом году бегала и видела какие-то знакомые горы, знакомые дюны. Но это не принципиально. То есть... Так или иначе, первый день там 34, второй день 36, третий 40 был, 41, четвертый, пожалуйста, получите ультру, 84, либо 92, как в прошлом году. Самый длинный, да, день? Да. Ну, ничего не проложено, да? Там 5 беговых дней. Нет, там в зоне видимости всегда стоят такие колышки, и ты видишь. Причем в прошлом году с этим проблем не было, мы бежали и нормально, и я не бежала в лидерах. В этом году были неловкие моменты, у меня достаточно быстрый старт. Я стою на первую линию, стартую, а марокканцы и все лидеры гонки, вот эти топ-10 мужчин, они достаточно медленно разгоняются, а потом всех сжирают. И были неловкие моменты, когда я стартую, и никого впереди,
и все где-то сзади. То есть я веду вообще всю гонку. Нет, первые километры, я имею в виду, все остальные сзади. И этот неловкий момент, когда ты бежишь и понимаешь, что все сзади, и тебе надо лидировать, а ты не видишь, куда ты бежишь. Туда, либо сюда, ты не знаешь, и следов нет, и вот этих колышек нет. И ты как-то, вот не знаю, каким-то чувством пытаешься сориентироваться и бежишь. Но сложность в том, что ты понимаешь, что ты можешь намотать лишние метры, а это минуты. И... А были моменты, когда разбивалась? Да, были. Но в прошлом году их было гораздо больше. Вот, то есть все-таки в этом году я очень так сознательно собралась, потому что я ехала в этом году, хоть я никому это особо не заявляла, но я ехала реально только побеждать. Потому что зачем вообще ехать это второй раз, если не побеждать? Спасибо. Да, гонка на самообеспечение, с собой обязательно рюкзак, лидеров всех проверяют. То есть ты пробежал, ты молодец, ты первый, пожалуйста, в комиссариат, тебя прошмонают по полной. То есть сколько у тебя калорий, какие калории, а действительно ли они соответствуют заявленному, а есть ли у тебя свисток, а есть ли у тебя ядоотсос, работает ли он. То есть все вот это они проверяют, потому что чуть что, получите штраф. Особенно если это россиянка, а француженка вторая, то есть организаторы французы. То есть это действительно реально немножко чувствовалось. Ну, тем не менее. Вот. То есть это мне добавляло какой-то вот спортивной злости. Да, это было здорово. И была статья до гонки. У меня был тяжелый такой этап подготовки. И вышла статья на официальном сайте, что... Внимание, фавориты гонки 2016. Француженка, титулованная, супертитулованная шведка, которая в прошлом году выиграла. Фотографии, какие они молодцы, какие они сильные. Я смотрю, а что меня нет? Я вроде как бы второй женский показала в прошлом году. И внизу строчка «Аутсайдеры». Наталья Седых, Россия. Я думаю, как так? Я стала... «Аутсайдер» — это вроде как лузер. Я давай все словари проверять. Я, может, еще не знаю, может, это другое значение какое-то есть. Французское. Да, может, это, наоборот, здорово. А почему фотографию мы не влепили? И потом Надя Калачева, Ren Magazine, если вы знаете, да, редактор журнала, она мне пишет: «Наташа, вот смотри, тебя в аутсайдеры записали, прокомментируй, пожалуйста». Ну, я ответила так, что какая разница, хоть вы как меня назовите, мое дело готовиться, а там разберемся. Шансы схватить солнечный удар, тепловой, либо разбить голову в камне есть у всех, какой бы ты титулованный спортсмен ни был. Реально это... достаточно интересно проложенный маршрут, да, острые реально камни, и ты не понимаешь, они все еще шатаются. Закончится гонка, может, в любой момент. Подвернул ногу, связка воспалилась, и... или мозоль, которая туда немножко попал песок. Воспаление и все. То есть, либо одна американка, которая в прошлом году была в лидерах и сошла с гонки, потому что кишечная инфекция. Там же антисанитария в основном, да, грязь, песок. И единственное, что выдают организаторы, это медицинская помощь не предоставляют, потому что они не заинтересованы, чтобы вы там умирали. То есть там много медиков-волонтеров. Если ты намозолил ногу, сходи, тебе обработают, уйдешь в бинтах, нормально все, хотя бы тебе все заклеят, ничего не воспалится. Вот. Но тем не менее, чтобы мозоль высохла, ее надо открывать. Поэтому все равно постоянно какой-то контакт вот с этой природой, он все равно существует. Вот. И вода, то, что выдают организаторы, то есть воду на себе тащить не надо, выдают утром, выдают во время гонки. Там по карточке, да? Да, все дозировано выдают, то есть больше ты не получишь. Ну, за штраф можешь получить. Так же, как и капельницу с глюкозой, если хочешь, тебе поставят, но час времени тебе припишут. Очень сильно штрафуют, например, все бутылки, нам выдавали бутылки и подписывали номерами. Крышку подписали, бутылку подписали. И потом следят. Вот ты пробегаешь чекпоинт, тебе воду выдают, подписали. И вот меня, как лидеров, камера сразу. И, то есть я должна ее и употребить, воду там или разлить по гидраторам, сжамкать ее, закрыть и бросить в урну. Если ты ее не смял, ты как бы слишком много места в мусорке занимаешь, и тебя могут штрафануть. Даже до такого, то есть они могут докопаться, это прописано. Вот. А если бутылка где-то валяется, либо пробка, ты засоряешь Сахару, еще получи там штраф. Ну, не знаю, может, многих интересует вопрос про туалет, и никто не озвучивает. Это промыться вообще.
вообще? Мыться? Промежутки между бегом, что происходит? Восстановление происходит. Да, то есть про восстановление я прибегала, мы стартовали в 8, я прибегала где-то там к обеду. Ну, то есть, несмотря на то, что это было, например, 36 километров, но в горном эквиваленте и в песчаном это, поверьте, больше намного. И в жару, и с рюкзаком это достаточно ощутимая нагрузка. А последний этап гонки, последние 42 километра, я сбегала за 3:45. Давай, да. Сколько ты кроссовок? Конечно, одни. У меня пара носков-то была одна, потому что две это слишком много, это тяжело. Это правда. Только вода и медицинская помощь. Все, ничего больше тебя не ждет, кроме впечатлений. Честно, да. И помыться. Вода есть, и что еще надо? Хочешь, мыло неси, а хочешь, неси, это же вес. Но мыло я все равно несла маленький кусочек, потому что носки нужно стирать, потому что ноги нужно держать в чистоте. Мозоли, они будут обязательно, несмотря на то, что у меня размер 39, кроссовки 42. Потому что излишние, ну, натирания, о том, что ногти сходят, они действительно сходят, но они сходят и на тренировках, я думаю, многие знают. Пробежал длительный, не почувствовал, смотришь, ноготь почернел. Это нормально, это рабочие моменты. Вот, то есть ничего в этом страшного нет, зачем вообще ногти на ногах, правильно? Кому не мешают? Чего они какую функцию выполняют? То есть мыло, вот носки я стирала, а в принципе ты прибегаешь, ну вот у меня просто шорты были, да, топ и футболка. Прибегаешь, открываешь бутылку, поливаешь себя, и ты помылся, и футболка чистая. Ну, то есть пыль чистая, она не будет уже никогда. Я ее, кстати, даже привезла в Москву отдать тем, кто мне ее выдал. Ну, то есть белизну она уже никогда не приобретет свою прежнюю, вот, потому что там все уже въелось. То есть просто как бы освежать от пота, от пыли ее можно простернуть. А интересно, как мы вообще стирали. То есть у нас из посуды было только вот бутылки, и кто-то, может, котелок легкий нес. Это реально не анекдот. Разрезалась бутылка. Вода ведь она дозирована, надо аккуратненько с ней обращаться, не разлить, не дай бог. Какая была трагедия, когда, например, ставишь на котелок, на огонь воду, и кто-то оп, пнул, вода разлилась, а там как раз был кипяток, это для еды. Просто все горевали всей палаткой над этим кипятком, который разлился и ушел в песок. Так вот, разрезается там литр воды, стирается футболка, стирается шорты. Кто-то еще будет стирать? То есть даже до такого доходило, ну, например, с носки после этого постирать. Вот. А для женщин там определенные такие палаточки были. Ну, как вот в деревне, 4 стенки, зашел, вышел. Но далеко не все этим пользовались, потому что это не так важно уже в тех условиях. Но вообще другие проблемы. Там проблема с найти дрова, например. Когда ты появляешься, ну вот лагерь разбит в такой местности, где в принципе дров нет. В пустыне-то их нет, да, как таковых. А еще когда 1500 заинтересованных в этих дровах ходят рядом, их вообще сложно найти. Поэтому дровами мы называли все, что угодно, что могло гореть. Какие-то корючки из песка доставали, какое-то перекати-поле. Вот это вот сокровище, мы вот так вот стояли над котелком и разжигали. Кстати, будет фотография, где я там готовлю. Вы русские команды собирались, один костер? Не один, а несколько маленьких, то есть все живут по своим странам. Вот у нас было две палатки, тут тоже фотография будет, такой милый дом, черный тент. У нас было 12 человек, по 6 человек в каждом тенте. Вот. Я лежала с краю, потому что там внизу такой ковер, вот, шерстяной ковер, я жила здесь, это моя комната. Там у нас кухня, туалет сзади, вот кто-то в туалет пошел, там видно даже. И ночью было достаточно холодно. И у меня просто запатентованная моя методика обогрева ночью – заворачиваться в ковер вот этот вот. Это смешно, но, знаете, когда вы мерзнете и не можете уснуть, это реально спасает, потому что он достаточно плотный, хоть и очень грязный. То есть мы в спальных мешках. Спальный мешок – это обязательный ингредиент рюкзака. Но ты же не можешь взять с собой зимний спальный мешок. Он тяжелый, берешь максимально легкий. А если он легкий, значит, он летний, значит, он мало вообще спасает от ветра. А когда песчаная буря с песком, тебя реально вот просто насквозь продувает, и вот этот шерстяной ковер меня вообще легко спасал. То есть так пряталась с головой.
Вот. В этом году было действительно жарко. Бежать были моменты, когда... То есть, и хорошо, что ночью было выше температура, чем в прошлом году. Мы не так сильно мерзли, как в прошлом, когда ты реально лежишь и ждешь, когда же утро, а ты не можешь уснуть. Честно, я не замеряла. Я не знаю, не буду врать, но 45, то есть я не знаю, но было жарко. И страшный, я помню, был такой достаточно страшный момент, когда все сложилось в определенный пазл. Заключительные километры этапа, сзади француженка, впереди должен быть уже чекпоинт, но его нет, где должна быть вода, где должны тебя отметить. У тебя вода закончилась. Жарит солнце, потому что уже час дня, выжженная земля, уже такой вот мираж, вот этот горячий воздух, и почему-то перестал дуть ветер. То есть ты вырабатываешь тепло, когда бежишь, на тебя еще тепло, ты понимаешь, что ты сейчас просто взорвешься от этой жары, вот, и француженка там рядом дышит. То есть пазл вообще полностью сошелся так, что я вот бежала и думала, вот только-только не упади, только-только добеги. То есть не может быть все настолько плохо. То есть... Когда перестал дуть ветер, реально было как-то вот такой страх внутри был, что неужели вот я вот сейчас могу взять и закончить бег, потому что потеряю сознание. Но это все вопрос подготовки. Если бы я, например, больше оставила воды на этот момент, и было бы проще. Просто когда тебе нужно бежать в лидерах, я не могла позволить себе слишком много воды брать. Это вроде и хорошо помогает тебе поддерживать работоспособность, но если... это же вес, поэтому берешь по минимуму и рассчитываешь, что тебе этого хватит. А минимум это сколько? Ты, нет, можешь взять сколько угодно. Вот, например, мы стартуем, впереди 40 километров надо бежать, и каждые там 10-15 километров, как по карте заявлено, у тебя чекпоинт, выдача литра, ну, полтора либо три литра воды. И я просто заранее подготавливаю свой организм, да, гидратирую его, то есть насыщаюсь водой, на завтрак пью, потом, ну, там, с вечера пью, то есть я уже насыщена этой водой. И я могу себе позволить, например, первые 15 километров гонки пробежать с пустыми гидраторами, потому что я знаю, что я вытяну в любом случае. Ну, там совсем немножко оставляю, а кто-то вот на старт уже с баллонами встает. Но у меня задача держать лидерскую позицию была, поэтому я все время так... боролась между легким весом и вот той способностью не сбавить темп. Вот, то есть помыться можно, потому что вода же есть, без проблем. А что вы кушаете? Это, да, действительно тот вопрос, на который стоит заморочиться до гонки, потому что на фоне физической нагрузки те продукты, которые вы в обычной жизни применяете, да, организм может по-другому совершенно понять и принять, и переварить, и усвоить. Поэтому на гонке, непосредственно на физической нагрузке, при беге я использую только спортивное питание, это гели, никакие там сникерсы, кока-колу, ни в коем случае, курага, чернослив, это... Солевые таблетки выдают организаторы обязательно, потому что они не заинтересованы, чтобы вы померли там на дистанции. Они выдают пакет солевых таблеток и рекомендуют там пить по 2 таблетки каждые что-то 30 минут, что-то такое. Но у них есть свои рекомендации, так или иначе, вопрос поддержания водно-солевого баланса достаточно индивидуальный. И не обязательно руководствоваться именно этим. Просто они подстраховываются, и не должны вам это сказать. Но вот у меня... Ну, там ощущения, конечно, достаточно своеобразные. Надо тебе пить таблетку или нет, ты как бы не особо это понимаешь. Но если тебе становится плохо, наверное, что-то надо изменить в потреблении на дистанции. Вот у меня товарищ из Петербурга, Дмитрий, мой, скажем так, студент, которого я готовила, ему 47 лет, он стал 144-м в абсолюте. Причем он наделал массу ошибок. Я его отправляла к врачу на диагностику и на то, чтобы ему прописали фармакологию. Потому что я, как тренер, я не прописываю никакие препараты и фармакологию, и даже спортивное питание я особо... Ну, только могу сказать, что я ем. Я не могу знать, да, что нужно моему студенту, потому что я не вижу анализов, я не вижу вот этих вот вообще корреляций. Я отдаю это своему врачу. Вот у меня, например, в Перми есть врач, которому я отдаю своих клиентов, и он мне потом отдает какую-то обратную связь и говорит рекомендации. То есть я разделяю подготовку тренерскую, то есть каждый должен заниматься своим делом. А он как-то пренебрег вот этими советами,
И он первый день особо матерился, второй день чуть поменьше, потому что у него мощно сводило ноги. А, то есть, если вы не восполняете, не придерживаете водно-солевой баланс, да, мышцы не получают, они не в должном состоянии находятся, то есть они не получают, они тратят электролиты и не восполняют их, и мышца бьется в судороге. То есть ее сковывает, и это очень неприятное ощущение, когда мышца раз сократилась, а ты ничего сделать не можешь. И жди, пока отпустит. Но это адская боль. Вот. И мы потом с ним сходили к врачу. Врач сказал: а сколько вы таблеток пьете? Он говорит: а я 2 там выпил за всю гонку. Ну вот и получаете. Потом, когда он стал больше пить соли, он понял, что это его спасает, судорог нет. Поэтому на одной воде длительные гонки, они, конечно, особенно в таких жарких условиях, сложно переносятся. Но это индивидуально. У кого-то были бы судороги, у кого-то нет. То есть это все вопрос питания спортивного, как и обычного. Это, на мой взгляд, сугубо индивидуально. Потому что одно дело потреблять, другое дело усваивать. Да? То есть если вам кто-то говорит, что это суперпрепарат, вы с него побежите, это то, что тебе нужно, значит, человек хочет вам что-то продать. Поэтому все выполняется экспериментальным путем. Вот у меня было несколько гелей, причем разных фирм, и которые я изначально испробовала уже в период подготовки на длительных кроссах. Я понимала, вот этот гель хорошо заходит, этот слишком приторный, этот слишком там какой-то невкусный. Потому что, опять же говорю, на фоне физической активности организм может иначе воспринимать это все. И почему я использую гели? Потому что это специальный изобретенный препарат, который позволяет быстро усваиваться. То есть, если мы едим какую-то курагу, сникерс, тем более, то, что это вообще, конечно, просто ход отличный маркетинговый. Сникерс хочется на дистанции, но вот он же калорийный, там же сахар, а то, что помимо сахара там очень много жиров и вообще ненужных ингредиентов для организма во время бега, то есть это вот не учитывается. Вот, поэтому только спортивное питание, потому что оно сразу начинает работать. А у вас какой гель любимый к эфиру? Я отметила... Мне заплатят за рекламу? Хорошо, мне понравился мультипауэр. Он как-то вот прямо так хорошо зашел, он такой не густой. Ну, то есть попробуйте мультипауэр, мне понравился. Синий, маленький. Несколько у меня было. Мультипауэр, еще пауэрбар, тоже хорош, мне нравится. Спонсор мне не понравился. А разные, просто чтобы... Да, я знаю, что вот эти мне подходят, и это, чтобы не приелся. Батончики я использовала на прошлой гонке, но это твердая пища, она мне мешает поддерживать работоспособность. То есть все-таки переваривание твердой пищи, оно требует времени. А когда ты бежишь и не имеешь права снизить работоспособность, это и не сможешь там присесть, поесть, пожевать, то батончики я не использую. И я вообще немного ем. Расскажите, пожалуйста, про процесс восстановления. Да, это, кстати, самый сложный момент был. Насчет геля еще хотела сказать. Я использовала всего один гель на марафон, и всего 3 геля у меня ушло на 84 километра. Это для вас это удивительно, а на самом деле это, ну, для организма нормально, потому что сейчас идет вот повальная реклама: давайте, покупайте, ешьте, ешьте. Но это потому что покупается, поэтому продается. И производители пытаются привязать к вам селфи-палки, ремень сюда, держатель айфона, батарею, не знаю, там все что угодно, выход в интернет сразу же, прямой эфир. Солнечная батарея. Да, вообще, обязательно. Многие бегут вот с этими солнечными батареями, провода какие-то, ну то есть все что угодно, потому что, ну покупайте. Айфон заряжать же ж надо, селфи делать. То есть, да, бегут с солнечной батареей, с айфоном. Я тоже так думаю, но не знаю. Многие бегут с айфонами, там кто-то даже с планшетом был. Всего 6 дней, но оторвись от этой цивилизации, почувствуют эту фишку. Да, возможно. Это вот смешно, казалось бы, но реально очень многие так бегут. И в российской команде много таких было. Тогда можно, какой у вас вес рюкзака был?
Требования организаторов на старт. Ты выходишь, если не считать воду, не менее 6,5 килограмм. Без воды. Не менее. Не менее. И не более 13. Вот. На момент старта, ну, я вот нижнюю границу, да, использовала. Потом он был где-то даже 6, потому что я же подъедала и меньше. Ну, как бы в правила я вписывалась. Потому что, ну, я достаточно не, ну, не особо крупная, поэтому для моих 57 килограмм моего веса рюкзак 8 – это достаточно значимо. Вот, потому что вот в прошлом году у меня рюкзак был 10 килограмм, и я бегу, я понимаю, что я просто не могу бежать, меня давит. И тогда на первых 10 километрах гонки прошлого года я поняла, что все, я возвращаюсь сюда, исправляю все ошибки. Вообще есть тенденция, кто едет на МДС первый раз, вот эти все, большое количество технических моментов, оно, вы не можете подготовиться идеально к этой гонке. Очень многие возвращаются вот с такой же миссией, я вот сейчас вот все исправлю и сбегаю лучше. Вот, поэтому такая тенденция, безусловно, есть. А сколько ты килограмм потеряла за всю эту вообще? Я не знаю. Ну, подсохло немножко, но я же потом наела, потому что это... То есть потом нас привозят в цивилизацию, мы моемся и идем в шведский стол. Все. Три завтрака, три обеда. Да, в цивилизацию отвозят пожить нормальной жизнью в условиях гостиницы, отеля, успокоиться, там, получить финишерские футболки. А что где после вот, первого дня забега, там, промежуток между днями? Вот, тогда, кстати, про питание сейчас договорю. То есть на одних, на одном, на одной синтетике не, вы не протянете. Вам эти батончики и гели будут вообще вот за глаза на третий день. Я тоже знаю эту историю, до сих пор не могу в нее поверить. И оно почему-то растаяло, я тоже не понимаю, почему. Это же сало, почему оно в жару портится? Да, и там была, я знаю, просто неприятная ситуация, когда пришлось вот эта задача поддержания работоспособности спортсмена легла на плечи команды. Команда же не может бросить своего русского брата. Ну, то есть я знаю, это была неприятная ситуация. Ну, меня там не было, неважно. То есть... Что я ела во время восстановления? Я такой достаточно не гурман. У меня была гречка, какая-то каша, сублимированные продукты. Причем не какие-то специальные. Вот есть фирма MX3, кто знает, в Европе. Во Франции, по-моему, ее закупают и вывозят. Там, в интернете можно заказать. Это высокого качества бич-пакеты. Сублимированные продукты. Вот, ну, такого высокого, хорошего бренда. Вот. Я все насушила, и у меня просто знакомый друг хороший работает, ну, в ресторане, у него есть свой ресторан, у него есть сушилки такие хорошие, и он набрал мясо, курицы, все это насушил, и у меня вот, то есть у меня обед был вот маленький вот такой вот мешочек какого-то порошка, который я бодяжила теплой водой и ела. Вот, то есть это все... Да, сухое мясо, сухая курица, сухая каша, сухие овощи, сухие фрукты, сухой сыр, сухое яйцо, сухое молоко. То, что он сушил, все еще и протер, да? Нет, это просто, ну как, кто-нибудь делал сублимированное мясо, например, в походы? Вы тушенку вот в горы ведь не возьмете, банки вот эти консервные. Берется мясо, оно варится, а потом фарш делается на духовку, в духовку раскладывается, как на противень. Как доширайки. Да, я, честно, не особо, наверное, не знаю. Так, а вы отец с собой несли в рюкзаке или как? Да, это самообеспечение. На все дни? Да, это, что там, 6-7 дней. 7 дней, надо иметь 14 тысяч калорий обязательно. На момент старта 14 тысяч калорий. И каждый день проверяют, ну, лидеров проверяют, вычитывают. Смотрят, ты должен подписать. Например, вот орехи у тебя, хоп, подписал, сколько калорий, они, ну, на глаз это все. То есть ты сидела, прописывала каждый день? Потому что... При первом дне старта, ну, если заказывать... Нет, проверяется и потом, потому что если ты, например, в день старта показал 7 килограмм, потом у тебя не может никак сразу 3 быть. Что, ты все сожрал, что ли, 4 килограмма? Нет, рюкзак на самом деле может весить и после старта 3 килограмма, но... У тебя не может быть невесомого спального мешка, еда отсос, зеркало, свисток, нож. А без спального мешка бежать? Нельзя, это обязательно. А зеркало для чего? Сигнальное зеркальце, подать сигнал, да.
сон. Сон на ковре. Вот смотришь на звездное небо. Пожалуйста, спи сколько хочешь, хоть днем засыпай, хоть вечером. То есть... Сейчас прибегала, старше, чтобы утром следующее, да? Да, ну я прибегала, у меня сначала, конечно, аппетита особо нет, я и ребят никого не было, я ложилась, просто лежала, потом пошла, мозоли заклеила, потом пошла за травами. А, кстати, кинезиотейп, восстановление, но это уже после марафона. Ты только воду одну, да? Солевые таблетки, изотоники. Изотоник тоже, да? Да, у меня тоже был изотоник, вкусный достаточно изотоник. А как, в одной бутылочке вода была, в другой изотоник? Да, у меня было так. И изотоника я тоже... В основном первое, что необходимо организму, и прежде всего моему, как я знаю себе, да, это вода, в чем я нуждаюсь. Вот. А потом, когда ты, ну, пробегаешь достаточное количество времени под нагрузкой, то уже нужно чем-то подпитываться. Не нужно этим пренебрегать. Просто это должны быть такие качественные продукты. Вот, то есть еда у меня была абсолютно нормальная. Вот то, что я привыкла жить, есть в обычной жизни, вот каши, овощи, там, то есть я такая непритязательная в этом смысле. Вот это я, вот этим себя и кормила. Вот. Кока-колу выдавали на пятый день. А, нет, на после длительного этапа, на четвертый день. Я не люблю кока-колу, даже несмотря на то, что она была холодная и сахарная, сладкая, я отдала другу по команде. Вот, хотя... А если не секрет, то зато и какой фирмы вы... Не помню, честно. Была какая-то фирма, я не запомнила. Ну, потом, если напишите в Facebook, я вам сфотографирую. То есть это все тоже индивидуально. Мне подойдет, вам, может, не подойдет. Там еще количество сахара надо смотреть. Да. На длительных гонках, на марафонах вообще с сахаром нужно очень аккуратно. Потому что, может быть, ну, кто когда-то попадал в такую ситуацию, если вы переборщите с сахаром, организм может дать, желудочно-кишечный тракт может дать такую реакцию, что будет очень не кстати. Вы поняли. То есть, да, кишечная стенка начнет подтягивать воду и будет вообще некомфортно бежать. Без сахара? Возможно. То есть, нет, у нас вот в Дубае, мне рассказывали, есть человек, который вообще там учится без воды бегать. То есть, как сработает ваш организм, мы все очень разные. Может быть, и пробежите. Знаете, вот это как... Вот кто-то очень с молока хорошо бежит, да, хорошая усвояемость. Нет, причем... Смотря куда бежать еще при этом. То есть, реально, кто-то очень хорошо себя чувствует от молочного сахара, а кто-то его вообще не переносит. Кому-то... У кого-то организм сразу требует воду, у кого-то не сразу. То есть, это все зависит от ваших индивидуальных способностей. То есть, если есть интерес, можно попробовать. Все экспериментальным путем. Вот. О чем думали, Наташа? О чем думал, когда регистрировалась? Да, там были всякие мысли. Сейчас я про восстановление отвечу. Да, про как восстановиться. Вот это была действительно самая сложная задача. У тебя каждый день битва, причем ты бьешься реально, вообще-то приехал за первое место. Тебе нужно каждый раз выходить на старт бодряком и желать это бежать, и желать бороться. Потому что, как вы знаете, на длинных дистанциях первое, что отказывает, это мозг. Нервная система. Да. Потому что есть две, скажем так, позиции. Голова и тело наше физическое. Вот эти вся беготня, это нужно вот нашему эго, нашему сознанию, нашим амбициям. Вот смотрите, я какой молодец. То есть мы играем в какие-то все игры. Да? Кому это надо бегать? Ну вот придумали, что вот нам надо, и не объяснить. Нашему физическому телу это вообще-то нафиг не надо. Оно живет по своим физиологическим законам. Копит жир, хочет лежать, спать, есть, размножаться. То есть вот это все вы знаете, вот все эти обычные ценности тела. Все через это проходили. Да, поэтому первая сложность, которая возникает при беге на длинную дистанцию, когда вы держите темп, бежите, и вдруг вы понимаете, что какая-то часть вашего тела, вашего «я» начинает говорить, что, может, хватит уже? То есть, ну, ты уже вроде выложилась, и тут надо найти вот эту силу самовнушения. Да, то есть вот если... Еще спрашивают, а что было самое сложное? Или а сложно ли это было бежать? Если бы я задумывалась над этим вопросом, я бы пришла к выводу, что реально мне сложно.
Поэтому я старалась просто гнать от себя эти мысли. Ой, что, это просто тренировка по пескам. Ну, длительно. Что, никогда длительных, что ли, не бегала? Давай побежала. То есть очень позитивно. Вообще вставать на старт 250 километров с рюкзаком по Сахаре и думать, что, наверное, сложно будет. Или, а смогу я или нет? Просто встала, побежала. Надо. Вот именно этот подход, он помогает вот это все преодолеть. Реально, все ответы будут только в вашей голове. Никакие там супер какие-то гетры, супер там какие-то гаджеты. Это все ерунда. Захотите, сбегайте. Вот честное слово. Если бы мне когда-то сказали, что я это пробегу, я бы, может, удивилась. Да нет, невозможно, это очень тяжело. Но вы никогда не узнаете, когда вы этого не сделаете. Просто ведь есть бренд МДС. Это сложно. И действительно все верят, что это сложно. А потом еще написать везде в соцсетях, что я... сбегал, такой сложный марафон. То есть вот эта легенда еще поддерживается. Но для меня было очевидно, когда я спросила МДС, что такое МДС, и что, сколько народу бежит, и сколько добегает, сколько умирает. Мне сказали, что никто не умирает. В принципе, все добегают и приезжают туда однорукие, одноногие, слепые. Делают вызов и финишируют. Самому пожилому человеку было 83, либо 86. Почему эти люди могут, да, а вы не можете? Поэтому статистика не финиширующих достаточно... Ну, такая стабильная, это из 1200, в этом году 200, что ли, не финишировало. Ну, то есть меньшинство. Почему вы не можете войти в 1000? Реально. Если вы скажете, что, как говорится, такая наверняка знают все эту фразу, если вы думаете, что у вас получится. Если думаете, что не получится, то вы правы. То есть реально, все ограничения в нашей голове для меня вот... Вот эта гонка еще раз вот это доказала. Хотя действительно я боялась, ну не боялась бежать, я реально очень переживала, потому что уже многие знали, разгласили, что вот Седых едет там побеждать. А у меня были такие сложные моменты подготовки, когда я реально думала, что я отказываюсь от этого старта, потому что не было финансирования, потому что мне нужно было работать. Потом в Дубае у меня пришел острый срыв вот акклиматизации, когда я всю жизнь прожила в холодной Перми, а тут раз организм переехал жить в жаркий Дубай. И у меня тело на фоне физической нагрузки начало сходить с ума просто. А как раз в тот момент, когда мне нужно было делать контрольные старты. И вместо того, чтобы бегать, я просто лежала пластом, и мне, в принципе, даже ходить не хотелось, потому что у меня была такая ужасная усталость. Я думала, ага, у тебя, Наташа, через 3 недели старт. Что ты, каким образом вообще будешь бежать и выигрывать? То есть реально было достаточно тяжело. Потом, когда еще вот эта статья вышла с аутсайдером Седых, я вообще так как-то подгрузилась, но... Поняла, что все, назад дороги нет, за мной Москва и все остальное. Вот. Тут главное был настрой. Весь негатив долой, не думать о плохом и делать, пока это делается. Все этапы лидировала? Нет, получилось, первые 3 дня гонки я лидировала, а 4-й день, 84 километра, в сам такой достаточно сложный технический момент, меня обошла француженка. То есть... Я даже не интересовалась, с кем я буду соревноваться. Мне потом только сказали... То есть я знала, что там есть сильные. И я слышала, что именно в этом году приезжают все самые сильнейшие. Но я не интересовалась, а кто это, что это, какая мне разница. Мое дело там прийти и сделать все, что я могу. Вот. И я просто встала на старт и побежала. И никаких женщин я рядом не видела. Мужчин-то немного я видела перед собой. И когда я прибежала, мне сказали, что я первая. Ну, я вроде как бы удивилась, обрадовалась, но впереди еще 5 дней. Я сказала, ну, я, конечно, счастлива, но рано расслабляться. Вот. Потом мне сказали, что вторая только через 17 минут, ну, прибежала. Ну, я удивилась, конечно, потому что если это чемпионка мира по трейлу в своей там категории, либо еще как-то это Натали Муклер, ну... Она потом объяснила, она просто не рассчитала, как бежать по песку. Она слишком широкий шаг делала, а надо было чистить. Вот. Но Натали Муклер, она, конечно, мне добавила такого драйва в эту гонку. Если бы ее не было, я бы, может быть, как-то чуть более расслабленно бежала. Хотя я отрабатывала каждую секунду, безусловно. Что ждать от этой женщины невероятной было вообще непредсказуемо. А она какая в итоге? Она вторая женщина была. А в списке в 13-я. Вот, то есть это во Франции
Ей 46, ей 47 исполнилось. Я даже какое-то время комплексовала, думаю, как так-то, а? Я проигрываю как бы достаточно такой уже Ну, 47 это не старушка, и учитывая, что во Франции 47 это не то, что в России 47, то есть она реально мощная. Она как танкер просто прет, и она начала меня обгонять на длительном этапе, как раз когда начались горы, пески, камни, спуски. Это те моменты, где я осторожничаю, потому что я не трейл-бегунья, я люблю стадион. То есть задано направление и бегает, но я реально это люблю, потому что я люблю скорость, люблю вот эту техничность, легкость. А вот это все экстрим, я вообще экстрим, честно, не люблю. Не удивляйтесь. Поэтому я... Она когда начала утюжить вот эти горы, я думаю, ну хорошо, Натали, я потом тебя на длительном... Да, она меня стала обгонять и утюжить горы. Но я знала, что моя сильная сторона – это скорость. А у нее такой скорости нет, и я думаю, я потом ее нагоню. И так получилось, что я потом бросила за ней в погоню, но она учесала так, что я ей проиграла 10 минут, но у меня, тем не менее, в запасе еще были минуты. Вот. И получилась очень интересная игра, что я не расслаблялась до последнего. То есть я настроилась, что все, это последний этап. У меня разделяется не 25 минут. Уже, как мне сказали журналисты, никто не верит в то, что она у меня их отыграет, потому что будет достаточно скоростной этап, где мы бежали вот по 4:30, 4:40. Лунная поверхность. То есть были этапы, где я позволяла себе бежать быстрее, отыгрывать. Потом будут пески или дюны. То есть бежать вверх по дюне – это большая трата энергии. Пусть лучше ты зайдешь там достаточно широким шагом, вот, но не растратишь энергию. Поэтому я отыгрывалась на таких плоских поверхностях. Тем более у меня там еще был польский товарищ, с которым мы вот познакомились, и он тоже стадионный бегун в прошлом, 800 метров раньше бегал. И мы с ним вот в парочку так встали и почесали по 4:30, то есть подгоняя друг друга. То есть, ну он в итоге в абсолюте стал какой-то 17-й, но вот на том этапе он тоже меня там обыграл. Ну, и это хорошо, я считаю, мужчины должны обыгрывать всегда. Я вообще никогда не соревнуюсь с мужчинами. Поэтому то, что я не вошла в топ-10, а топ-11 только, это здорово. Наталья, так вы следующий день стартуете на 17 минут раньше? Нет, так же, просто потом суммируется. Даже общались про обувь и про как бегать по песку именно. Что это за кроссовки такие большие? Я просто про лидеров, когда вообще как-то общались, пока вы прибегали в лагерь, с лидерами вообще какой-то был у вас? С марокканцами мы общались, причем... Вот марокканцы, лидеры гонки, это вообще такие замечательные люди, они очень простые. То есть вот этой звездности нет. Вообще у меня очень много друзей из сборной, это национальная сборная по легкой атлетике. И те люди, которые действительно чего-то достигли, выиграли олимпиады, они очень простые. И то есть никаких понтов вот этих нет. И для меня это очень значимо. То есть когда человек как-то вот понтится, это значит, что он еще недостаточно чего-то достиг и пытается вот хоть как-то выгрести. Вот. А марокканцы очень простые, очень такие вежливые, очень приятные товарищи. Вот. И был момент такой интересный, что когда меня обгоняют мужчины на гонке, отлично. Я либо потом подтянусь, там рядышком побегу, либо ты убежишь. Я очень поддерживала многих ребят, потому что позитив – это главная действующая сила. То есть мы бежим, там он, Наталья, там давай, по-русски мне давай, или там good, супер good. То есть что-то такое, бодрящие какие-то фразы. С мужчинами нормально. Но когда я слушаю женский голос за спиной, у меня немножко... Я другая немножко реакция, особенно если... Но вот Наталье Мукулер было слышно. У нее достаточно тяжелое дыхание. Вот сначала я не знала, что она бежит за мной. В общем, на втором этапе абсолютно неожиданно она ко мне она, видимо, решила исправить ошибки, которые допустила в первый день, проанализировала и подкралась ко мне во второй день. И причем вот эта европейская вежливость, которую я честно вообще терпеть не могу. Hello, how are you? Да никак не how are you вообще. То есть, я честно, я в жизни этого не люблю, потому что задают вопрос, не дожидаются ответа. Я реально это не люблю, это не в нашем менталитете. Но там реально тоже была хорошая скорость. Хорошая скорость была. И я слышу какое-то тяжелое дыхание.
И вот это «Hello, Наталья!» Я думаю, так, это явно не мужской голос, кто это может быть? Я такая, хоп, ускорилась, и больше я этого голоса не слышала. И я этому очень радовалась, когда... Нет, не до этого было. Ну, во-первых, есть спортивная злость. Во-первых, я не люблю оборачиваться на дистанцию. Я думаю, хорошо, поздоровалась, здорово, но не сейчас. И, то есть я когда финишировала, я уже подобрела, потому что я прибежала первая. И потом думаю... Вы лично общались, да? Да, потом думаю, а кто это был? И пошла и узнавать, а кто вторая женщина? Мне говорят, вот там Натали Муклер. И нет, она собирала дрова. Честно. Она реально. Инквизицию, да, россиянки. Пусть она сдохнет от голода. Нет, она. На самом деле, вот есть спортивная злость, конкуренция, это нормально, это спорт. Но в обычной жизни-то мы как бы все нормальные люди, что нам делить? То есть у нас наверняка есть немного общего. И я к ней подошла, Натали Муклер, это были вы, здравствуйте, вот спасибо, что поздоровались, но я вот вам сейчас, позвольте, это скажу. Как дела? Она сказала, что она работает в госпитале, и вот мы, ну, как бы обменялись такими вежливыми фразами, что ой, какая сложная гонка, да, очень сложная гонка, но мы молодцы, да, вы молодцы, все, хорошего дня, разошлись. Вот. То есть в обычной жизни я бы, мне было бы интересно вот посидеть с ней, о чем-то поговорить, а как ты вообще в 47 лет вот это вот вообще творишь, и зачем тебе это надо? Дрова собирать. После марафона очередного пошла дрова собирать. Вот. Но на гонке все достаточно у меня как бы четко, жестко. То есть я жестоко к себе, жестоко к конкуренткам, но это и спорт. Либо... Помню тоже незабываемый момент в прошлом году, когда бежали 92-4 этап, то ли мне померещилось, то ли что. Вообще впереди никого, сзади никого, потому что уже достаточно большие промежутки. 60 километров уже позади, но осталось 32, там всего солнце жарит. Ты бежишь в каком-то тумане, ничего не видишь, и сзади «Hello, how are you?» Женский голос. Я так посмотрела, думаю, точно вроде женщина. Такая зубы сжала, fine, и побежала, и все, снова больше я никого не слышала. Вот, то есть такие вот моменты, когда тебя кто-то, ты вроде отработал 60 километров, никто не может у тебя отобрать вот эту лидерскую позицию, и вот это, конечно, стимулирует. Наташа, а ты сама тренируешься, у тебя есть тренер? Есть тренер, это я, у меня раздвоение личности. Честно, да, сейчас я тренируюсь сама, то есть когда я выполняла мастера спорта на 10 километров, много лет назад, до травмы, у меня был тренер, заслуженный тренер России Александр Попов, Сергей Александрович Попов. Он меня и научил работать тяжело, то есть подходить к делу профессионально. Потом у меня была травма, период восстановления, но вот эта закалка спортивная осталась. Поэтому я стала работать тренером, то есть я книжный червь, я очень много читаю, уделяю много свободного времени вот обучению. Постоянно учусь, меня даже на работе как-то ругали, что-то постоянно на этих обучалках, уже некуда весить твои дипломы, сколько можно, иди там, больше в зале время проводи. Вот, но я просто вижу смысл в этих инвестициях, я очень много трачу денег на обучение, то есть знаний лишних не бывает. И это мне позволяет развиваться в своей профессии, потому что марафон, бег на длинную дистанцию – это не просто перемещение ног в пространстве и качество выносливости, абсолютно нет. Подготовка к марафону, особенно в зрелом возрасте, да, вот если человек вдруг в 35 лет понял, что он хочет бегать. А до этого он тяжелее мышки, там, ложки, ничего не держал. И тело, в принципе, не умеет бегать. Для него ударная нагрузка вообще достаточно новое движение в жизни. Потому что, ну, он никогда этим не пользовался, и тело забыло еще с детских времен, да, что это и как. Вот, еще лишний вес, там 30-20 килограмм лишние, а мы уже хотим бежать, потому что все бегут, а нам как бы сбрасывать вес это очень тяжело, и мы не хотим отказываться от печенюшек и от всего такого. Вот, поэтому достаточно это все тяжело, работать вот с новичками и пытаться им донести, что да, амбиции это хорошо, но пойми, что твое тело, нужно постепенно к этому готовить, потому что это вопрос здоровья. Не стоит задачи победить на Олимпиаде.
Ты хочешь бегать для того, чтобы повысить качество, уровень качества жизни, улучшить свое здоровье. Да, так давай подходить к этому с умом. А чтобы подходить с умом, первое, что нужно, это сбросить лишний вес. Второе, подготовить мускулатуру, опорно-двигательный аппарат, связки, сухожилия, потому что они в последнюю очередь хотят бегать твои марафоны. Поэтому все должно быть постепенно. И вот эта вот мода на бега, это, конечно, очень здорово. С одной стороны, это радует, но когда ты видишь, что на достаточно популярных стартах люди просто не добегают, откидываются и подъезжает скорая помощь, это, конечно, очень печально, потому что люди забывают, зачем они все это делают. Вот, поэтому я очень строгий дотошный тренер, и всем одеваю сразу пульсометры, диагностика, только после этого приходите бегать. Да. А вот в Сахаре у тебя там, ты видел участников, там были случаи, когда вот, ну, человек, как бы, по твоему мнению, экспертному зря там оказался? Я не могу судить, зря либо не зря, но когда неподготовленных много. Во-первых, я против костюмов коровы во время вот таких вот длительных бегов. Да, потому что люди, которые хотят, ну, как-то засветиться в кадре, либо отличиться, одевают какие-то костюмы бегемотов, либо какие-то специальные там шляпы в форме крысы, ну, вот что-то такое веселое. Ну, подождите, тебе вообще-то экстремальная нагрузка предстоит, хорош шутить. То есть шути там на десятке на каком-нибудь красочном забеге. И я видела очень много, когда даже просто гетры одевали задом наперед. Тейпы, кинезия тейпы, которые необходимы для, ну, изобретены для профилактики, для лечения, просто клеят мозоли, заклеивают кинезиотейпами. А кто знает эту методику, натяжение, направление, все имеет значение. Попробуй в другом направлении наложи, получишь обратный эффект. То есть безграмотных очень много, это печально, потому что потом видишь, у медиков лежат здоровые мужские тела под капельницей. Что вот ты, какие ошибки допустил? Поэтому все это очень здорово, но нужен грамотный подход во всем. Потому что это вопрос здоровья. То есть это пока вот молодые здоровые в 30 лет, может быть, не ощущаешь, что тебе надо сбросить там лишние 20 килограмм. У нас тело очень выносливое на самом деле. Организм будет бороться до последнего и... Будет просто накопительный эффект, когда он тебе просто скажет, все, добегался. Вот тебе травма колена такая, что ты вообще потом не сможешь вылечить, и ходи прихрамывая. То есть организм долго терпеть этого не будет, поэтому нужно жить в согласии, любить его, проводить функциональные диагностики, два раза в год проверять сердце, ЭКГ. То есть для меня вот это вообще априори обязательно. Вот. Прошлым летом, после первого МДС, я понимала, что я могу сбегать лучше. То, что что-то это несерьезно вообще. Вот это 200 евро меня вообще так тоже немножко разозлили. Но это была моя ошибка, потому что надо лучше читать правила. И как готовила себя, то есть в июне, либо в июле, было принято решение с моими, скажем так, ну, спонсорами, заинтересованными лицами, с моим товарищем Дмитрием Кирилловым, пермским бизнесменом, предпринимателем, который мне и рассказал про эту авантюру. Была задумка, что да, шанс выиграть, победить есть, и надо его использовать. То есть призовой фонд 2000 евро, который я выручила со второго места, мы перевели сразу на стартовый взнос следующего года. И мне пообещали, что будут какие-то инвесторы, вплоть до Единой России, которые мне помогут это все организовать. Я думаю, ну хорошо, тогда я, с моей стороны, я обеспечиваю подготовку. Я летом прописала себе календарь соревнований. Опять же скажу, что отмечу, я не профессиональный бегун, я профессиональный тренер. И я подстраиваю весь свой тренировочный процесс под рабочий график. То есть... На жилье, на кормежку, там, на одежду мне никто денег не давал, я должна была как-то себя обеспечивать, то есть я не сижу на шее у родителей, поэтому хочешь есть, иди зарабатывай. И поэтому я не могла позволить себе очень много тренироваться. То есть если бы у меня было свободное время, я бы и 200 километров наматывала в неделю, потому что я знаю, как это все выстраивать, как вот спортсмены-профессионалы работают на сборах, да, Португалия, Киргизия, Кисловодск постоянно разъезжают на сборы. Вот, я взяла отпуск и
А, я, во-первых, в Перми подготовилась к 100 километрам в Суздале. Сбегала. То есть в моем календаре соревнований был август Суздаль, сентябрь Уфа 42 по шоссе. Моя задача была скорость показать на этом марафоне. В Суздале сотку ультра сбегать, в Уфе 42 сбегать, там 2:46 я сбегала. Да, в Суздале выиграла. Потом я уехала в Крым, побегала по горам. Вот. И омская половинка, рождественский полумарафон у меня был. Ну, просто вот так поддержать какую-то соревновательную форму. Вот. А потом в осенью случился какой-то невероятный финансовый кризис. То есть поддержки мне так и не было. И у меня стал вопрос, а что вообще ехать-то стоит, раз я постоянно работаю и не могу поддержать себя в нужной физической форме. Потому что сочетать работу ежедневную, да, причем работа, которая заключается в том, что ты кого-то тренируешь, а когда ты тренируешь, ты очень так, ну, эмоционально выплескиваешься, потому что ты каждую тренировку, несмотря на то, что кто-то бегает, ты как бы, ну, подсознательно с ним бежишь, но это тяжело достаточно. И стал такой вопрос, я говорю своему другу, товарищу, что Дима, а что, может вообще тогда и не бежать, раз я, у меня, может быть, невысокие шансы победить. Ну что, я рабочий человек с утра до вечера на тренировках, чужих причем провисаю, что я там буду делать? Вот. Но в какой-то момент я решила отложить этот вопрос на сколько-то дней. И вдруг вот в эти дни приходит... я, во-первых, кстати, уже договорилась по работе в World Class, потому что в Перми было сложно реально заработать денег зимой на беге. А лафранинг в Перми очень, ну, маленький. Но я в лафранинге там не работала, у меня была частная клиентская база. Но их тоже так не очень много было. Пермь достаточно такой мороженый город, где вот в Москве очень хорошо вот сейчас беговое движение развито. В Перми лет через, ну, 2-3 года, может, это дойдет до нас. У нас там нет достаточно стадионов, манежей. То есть зимой бегай, пожалуйста, по льду, никто не запрещает. Но это так, тоже не особо интересно. Каша, вот это очень много снега, никто не убирает. Ну, достаточно экстремальные условия. Вот, и... Я уже договорилась, что буду работать в World-классе. Все вроде уже чуть ли не по рукам. Заключили какое-то вот соглашение. Здравствуйте. И вдруг приходит сообщение от моего друга Рената Мустафина, который живет с семьей и работает в Дубае. Он взял франшизу ILF Running. Осенью открыл школу и вот искал тренера. И написал: Наташа, а что у тебя это, есть тренера, может, знакомые? Сейчас в российской легкой атлетике, ну, вроде как, ситуация не очень, может, люди поработать хотят. Есть у тебя кто знакомый? А я как раз в тот момент сама искала тренеров, чтобы передать своих пермских студентов. И я хотела уже ему написать: слушай, Ренат, ну, тренеров вообще в принципе нет. Спортсмены либо где-то на сборах, либо, ну, зимой никто не будет там никого тренировать. Потом думаю, а он причем условия сказал: тренер по легкой атлетике для бегунов готовый переехать на новое место жительства в Дубай по контракту. Я думаю, нет, таких не существует. А потом так... Тренеров, в принципе, очень мало найти, готовых работать с любителями, а еще вот взять так и уехать, вот он говорит, надо вот в течение недели это сделать. Я говорю, сейчас, вот прям все в очередь встали ехать в Дубай вдруг срочно. А потом думаю, так это же я. То есть Ренат Мустафин – это участник МДС 2015 года. Да, все верно. И он прекрасно знает, что такое МДС. И он мне очень помог в подготовке, в завершении подготовки к МДС. То есть потому что, на самом деле, было сложно отказываться от этой идеи. Да, я понимала, что... шансов немного выиграть, потому что нет физической нужной формы. Но было столько уже много проделано, то есть весь календарь соревнований, который у меня был, я весь его отработала. И Ренат был в курсе, что мне предстоит МДС, он мне очень помог с тем, что просто там помог оплатить билет, давал достаточно времени, чтобы я успевала тренироваться, то есть не давил на меня в этом смысле и поддерживал. Очень-очень, за что я ему очень благодарна. То есть вообще вся эта победа – это командный успех. Очень много людей помогало мне, много доброжелателей, верили в меня, помогали там даже с переездом элементарно. Поэтому если бы я вот не чувствовала вот этот груз ответственности,
этого бы все не случилось. То есть я верю в то, что это полностью вот такой командный успех получился. Вот. А еще вопросы были какие-то, на которые я еще не ответила? Восстановление. Что я использовала для восстановления? Что вы там можете найти в пустыне для того, чтобы восстановиться? Это, конечно, тяжело. Но в этом-то и фишка гонки, да? Фишка вот этого сложнейшего забега. Какие источники энергии предпочтительны для вас? Ну, конкретно для вас нужно просто понимать, от чего заряжается ваш организм, потому что ваше сознание, ваша работоспособность, на чем она держится. То есть это не столько вот еда, это ведь все на психике, да, вот как я уже отметила. То есть вы бежите, и если вы можете себя настроить, что вам не тяжело, вы отлично справляетесь с этой задачей. То есть тут дело, ну как, конечно, питание, сон, да, вот такие физиологические вполне параметры, так и сознание. То есть я иногда включала плеер с любимой музыкой. Я старалась не разговаривать много, не смеяться, лишние эмоции не выплескивать, да. То есть я не трезвонила, не ходила там по лагерю. Я сегодня опять выиграла. Нет, то есть все очень спокойно. Так, выиграла, отлично, все, пошла дальше, отдыхай и как бы вообще не трезвонь ни о чем. То есть все достаточно жестко было. Я говорю, очень суровый тренер, к себе тем более. Вот. Поэтому ночью, я помню, не могла уснуть, взяла протеиновый батончик, пошла на звезды смотреть. То есть вот у каждого это свое. Кто-то думал, я вспоминала какие-то свои приятные моменты из жизни. То есть массажиста там не было, да, то есть никто там над тобой вот этим с веером не стоит. То есть вот во что ты веришь, что тебе и помогает бежать. То есть мне сообщения с большой земли приходили. Может быть, кто-то здесь есть из тех, кто мне писал, потому что мне писало очень много незнакомых мне лично людей, но было очень приятно читать, что вот кто-то следит, кто-то вот болеет. Я перед сном перечитывала с фонариком, все спят, Наташа читает, цепляется за каждую строчку. То есть позитив я какой-то ловила и просто верила, что это мне поможет пробежать. Вот, и вот на этой вере я и сбегала. Ну и понятно же, конечно, на одной вере все равно далеко не убежишь. Я имею в виду, что дотошная, правильная подготовка, грамотная. Вопросы гидратации организма, да, то есть ты бежишь, ты не можешь забыть попить. Если ты бежишь и ты чувствуешь жажду, значит, ты уже пропустил тот момент, когда нужно было попить, и у тебя уже снижается работоспособность. То есть нужно бежать и успевать потреблять таблетки, гели, то есть вот все должно быть очень четко отработано. Даша? Да. Два вопроса. Первый, вот когда ты с утра после очередного дня бега просыпаешься, это как утро понедельника или это как воскресенье, например? То есть как себя чувствуешь после такой нагрузки? Хорошо. В первый день определенным образом, после первого марафона, да? Ну, второй. После первого сбегал, утро второго дня еще нормально. Потом с каждым разом, конечно, тяжелее становится. И третий этап, ты пробежал, ты понимаешь, что ну все, вроде уже сил-то нет, а завтра еще 84 бежать. То есть тяжело, действительно тяжело, но ты просто стараешься об этом не думать. Ну надо и все. Что было со мной после 84-х? Потому что я еще бежала ведь в погоню за француженкой. И там такой интересный этап был, когда последний этап, 10 километров от чекпоинта до финиша, темно, все, свет погас, солнце село, и равнина, и ты видишь уже огни этого лагеря, но ты не можешь поверить, что вас разделяют 10 километров. Тебе кажется, что ну, 3 километра и уже огоньки. Это такой визуальный обман, и ты бежишь и не понимаешь, почему ты только выкладываешься, а ты бежишь на месте. Тоже такой интересный экспириенс был. Бежишь, как бы, вроде бежишь, а ничего не меняется. Ни огни не приближаются, ни поверхность не меняется. И ты просто вот в холостую крутишь. Вот. Когда я, помню, прибежала, реально было очень больно. Ну, сейчас я могу вспоминать это с улыбкой, но когда я лежала после 84 километров ночью, я просила, чтобы мне сделали эвтаназию, потому что болело все. Я поставила себе диклофенак,
укол, то есть обезболивающие какие-то пила, потому что связки очень ныли. Но, слава богу, следующий день мы дожидались всех остальных, и я как бы могла еще восстановиться. То есть ты не можешь просто уснуть, потому что у тебя все болит. Ты вроде хочешь спать, но ты не можешь, потому что ты на одном боку полежишь, тебе надо перевалиться, у тебя отекает, тебе надо перевалиться на другое, это еще дополнительные усилия. То есть это реально очень дискомфортный момент, когда вот, может быть, многие тогда и понимают, что все, я больше не побегу никогда эту пустыню, и это сущий ад. Действительно, ну я, у меня просто есть такая черта не запоминать плохое, как-то все позитивнее воспринимать, поэтому, ну, было и было тяжело, зато в следующий, ну, на утро ведь встала и пошла, и ничего страшного. А вот. Вообще было, или это просто такое состояние, глазки закрыл, и вот ты постоянно чувствуешь, что в твоем организме что-то происходит? Нет, сон был. Вот в прошлом году сна не особо было, потому что была низкая температура и очень много было песчаных бурь. Потому что, и ты вот лежишь и не можешь уснуть, потому что вот это ветер просто насквозь тебя со спальным мешком продувает, и ты прячешься вот весь в этот ковер грязный, и боишься, и думаешь, как бы носки-то не сдуло, а? Ты же постирал их и привязал, и то есть ты реально не можешь уснуть, потому что, ну, носок сдует, вот у тебя их всего два было. Как, без носка ты вообще никуда не убежишь, да, натрет ногу, это реально вот, вот это проблемы, которые там есть. И вроде бы ерунда, это проблема. Восстановление. То есть вставать на старт каждый раз с желанием биться. Вот это уметь аккумулировать энергию к старту. Следующий старт. Нет, вот насчет МДС следующего года мне задают вопрос, но пока у меня нет желания бежать. Ну, то есть интереса нет. А что? Зачем? В этом году было понятно, надо доделать. А сейчас-то что бежать? А не, в прошлом году почему решил? Потому что позвали. Причем сначала я не собиралась вообще бежать, да, когда мне предложили, я говорю, отлично, ну бегите сами, мне-то там что делать. То есть 250, еще денег не платят, там рюкзак какой-то надо тащить, не кормят. То есть вообще неинтересно мне. Но потом мне сказали, что мне помогут оплатить. Я думаю, о, да, действительно, я никогда не бегала в Сахаре, почему бы не побегать? То есть такая easy going. То есть если бы мне надо было заплатить за это, никогда бы я не бежала. А там какая-то квалификация есть? Или, в принципе... Это большой коммерческий проект, МДС, да. И если вы успеваете оплатить, это вы уже проходите в первый тур. А потом уже посмотрят на ваше состояние здоровья. Но учитывая то, что допускают 83-летних и безногих, там, безруких, все это возможно. Как вы боролись, чтобы песок не попадал? Гейтерсы специальные одеваются. Они реально помогают? Или... Да, без них. Вот у нас один человек сошел, Роман. Что это такое? Интересно. Гейтерс? Да. Это бахило такое одевается, просто прошивается липучка, велькро, вокруг кроссовка. И сверху одевается такая бахила, и она приклеивается по периметру кроссовка. Размер кроссовок? Вот на три размера больше. Потому что, чтобы мозоли быстро не образовывались, и ноги могут отекать. В России эти кроссовки не продаются, эти кроссовки специальные американцы. Они просто хорошо сидят под ноги. Несмотря на то, что на три размера больше, это очень легкие кроссовки, и они самые популярные в Сахаре. Они не болтаются на ноге, то есть такие. Они тоже там же продаются? Да, они везде продаются. Я не видел. В интернете, в России они продаются, в Европе продаются, в интернете все это можно заказать. А как кроссовки писать? У меня контракт с Adidas. Тут могут люди подслушивать. Но 4 буквы. Напишите мне. В Фейсбуке напишите, я вам отвечу. Не Adidas. Да, не Adidas. Обязательно, да, без бахил. Вот у нас парень, который сошел, он сошел именно из-за мозолей и именно из-за того, что он решил бежать без бахил. Он приезжает, показывает кроссовки, я говорю, побегу в этих кроссовках. Я говорю, а почему ты велькро не пришил еще? А что, это обязательно? То есть все обязательно бегут в бахилах, но если вы бежите по глубокому песку, песок будет везде, если вы захотите. У меня нет, потому что я еще заправляла гетры под эти гейтерсы, то есть вот очень плотненько у меня все сидело. Вот. И первый нормально. Поддержка стала?
А, да, кстати, оторвался тейп, потому что я недостаточно обезжирила кожу, но мне было некогда его отрывать. Потом на многих фотографиях у меня он отвалился. А, это, да, это такое послабляющая коррекция, послабляющая аппликация, которая помогает приподнять чашку над коленкой, то есть облегчить движение в суставе. То есть это не именно на забег, для того, чтобы коленка легче функционировала. Вот, то есть приподнимается чашка за счет вот этих двух таких ободков. Мне очень нравится. Я всегда бегаю марафоны. Можно да. Подготовки, опять-таки. А как ты готовилась к трейлу, то есть по бегу по песку, вот по таким камням или по острым камням, и подготовка к жаре? Ты в Дубае уже проходил, в России? Ну, во-первых, например, в прошлом году я жила в Перми, вплоть до самого марафона. В феврале в Перми. Маска, глаза, иней на ресницах. То есть вот, пожалуйста, и беги, готовься к Сахаре с рюкзаком. Сугробы, у нас, я говорю, дороги не чистят. И вот Наташа в 6 утра перед работой складывает в рюкзак МДС эти диски от штанги, заматываю их одеялом каким-то, ну, чтобы они мне по хребту не били. И все, и побежала на другой конец города. Вот. Достаточно дико смотрится, особенно у нас в Перми, но, по-моему, многие уже привыкли, что иногда видят такого персонажа. Вот. Как? Настраиваться, что это все будет. То есть в прошлом году после снега, после такого, на таком контрасте, я нормально сбегала. Я никогда не видела при этом пустыню, никогда не была в жарких странах. Ну, не бегала. Ну, я побежала с тем, что есть. В этом году я, конечно, купила, во-первых, вот эти кроссовки, самые популярные по Сахаре, которые, вот, облегчила еще рюкзак. А? Сколько стоит приблизительно? Ну, так же, как обычные кроссовки. На eBay можно заказать, там подешевле будет. Вот. То есть специально ничего там, ни в каких саунах. Я вообще жару не переношу, честно говоря. Я в сауне, в бане отсиживаюсь на нижней полке. Ну, не люблю я себя жарить. Я легче переношу холод, чем жару. Вот. Но вот тут надо просто это было сделать. То есть кто-то ходил на специальную горячую йогу, как сейчас это называется. Да, я ни разу там не была. Да и не хочется, что там, жарко. Я не хочу. Вот. Поэтому, ну, то есть я бегу, чувствую, что что-то не хватает. Там, попила изотоник, выпила таблетку. То есть я не заморачиваюсь над тем, что... Наташ, ты же вообще как бы здесь не должна бежать, ты же вообще из России, и вообще ты не марокканка, что ты тут делаешь? Вот. А без помощи вы принимали во время бега или после бега? После 84-х. Причем, я не знаю, помогало оно или нет, просто противовоспалительное. Я попила немесил, порошок был, и у моего друга был укол диклофенака. Я себе его поставила. Можно было какие угодно с собой брать? Ну... Конечно, если вы возьмете там физраствор, капельницы и все вот эти системы, наверное, будут вопросы у организаторов. Но маленький пакетик немесила, ну, на всякий случай можно нести. Вот. Шприц там был всего лишь один, и не у меня в рюкзаке даже. Ну, то есть, ну, потому что, как бы, это друг нес, он сказал, тебе надо, я говорю, конечно, давай. Все, нет, поставил. А всякие обезболивающие, стимуляторы и прочее, прочее, это, вот, на это все дело смотрят? Можно ведь хорошо заправиться. Да, но... Нет, на некоторых забегах они обязательно нужны. На некоторых забегах обязательно обезболивающие должны быть. Да, но здесь такого нет. Боль – это затем, это то, зачем ты приехал. Получи по полной. То есть, что я могу сказать? Я слышал статуру, которую остальную, то есть, заматывал как-то пластырем, что-то делалось? Мозоли обрабатывались, клеились пластырем. Пластырь Компит очень хороший. Но он хороший тем, что если у тебя мозоль, ты его можешь приклеить и выполнить бег, пробежать отлично. То есть, мозоль не будет тебя беспокоить. Но самый кошмар начинается, когда ты его снимаешь, потому что он сходит вместе с кожей. И я его в основном использовала уже в конце гонки. То есть на первый день ты ничего не делала, просто делала носочки, вставила и ноги в носок, держала?
А, вот вазелин, он же не впитывается, и если песок попадет, это будет адский такой скраб. Но он все равно может попасть. Он может. Остановки, чтобы высыпать песок. О чем вы говорите? По 4:30 бежать и остановиться. Подождите, песок. Нет. То есть, нет, конечно, я этого себе не позволяла. Я без понятия, я без пульсометра бегу. А Гарвин был какой трекер? Ну, километры мерил? А зачем? Я знаю, что много бежать и все. То есть я чувствую студентов. Пульсометры, все эти гаджеты хороши в обучении. Когда ты стоишь на старт, и ты провел хороший курс подготовки, пожалуйста, прислушайся к себе и разложи силы на дистанции. Есть такие пульсометры, которые не синхронизируются с твоим датчиком, они поймают пульс другого. А еще они могут на жире себя так повести, что тебе просто вот собьется все. Я не знала, на каком километре бежишь так, примерно, да? Да, примерно. Я знала, что ну, бежим туда и бежим. Ну, у меня все примерно. Я, конечно, своих студентов стараюсь учить более как бы так методично. С собой я могу себе это позволить, потому что я вот ну, с опытом уже научилась себя чувствовать. То есть достаточно ровный темп я держала вот на ровных поверхностях. То есть, когда я бежала с польским вот этим парнем, он мне говорил, сколько у нас темп. Я смотрю, да, действительно ровную, как планировали, бежим. Ну, вот. Да, наверное, высокий. Я не знаю, то есть мне не интересно вот это реально знать на соревнования. Я даже предполагать не буду. Может 180, может 190, но вазелин я не использовала. Сейчас скажу еще про, что я использовала от мозолей. Есть в ортопедических салонах специальные силиконовые напальчники. Причем определенных фирм, какие-то очень быстро рвутся, какие-то есть хорошие. Я не знаю, в Москве есть Альтерамед? Нет таких салонов? Там очень качественные такие напальчники, то есть они не рвутся. А? Нет, чтобы пальцы не терлись, мягкие были прокладки такие. Да, просто на палец натягиваешь, и у тебя, да, такие мягкие. А, что-то еще? Крем. Крем мажется, это специально в списке обязательного оборудования экипировки есть крем. Про пульсометры. Я учу чувствовать вот себя, да. Вот у вас есть дорога, есть голова, есть ноги, пожалуйста. Вот эта фишка бега на длительной дистанции. Сумей совладать с вот этой стартовой истерией и найди свой темп. И сделай так, чтобы вторая половинка оказалась быстрее, чем первая. То есть в этом вся фишка. Если вы обклеитесь вот этими всеми гаджетами, то гаджеты побегут за вас, а они долго не пробегут. Поэтому что от того, что я буду знать, что у меня 180, 190, что я буду быстрее бежать, я и так бегу на пределе. То есть меня в этом смысле подгонять не надо. Вот. Всегда первую половину немножко помедленнее, а последнюю уже... Может быть, не всегда, потому что там сложно замерить половины, да, вот на... Но тем не менее, я просто знаю, что у меня должен быть быстрый финиш. Я всегда люблю набегать на финиш, то есть если как только я увидела финишные ворота, я мчусь. Ну, мне вот надо так. Вот. По пульсометрам, ну, часы, я тем не менее брала часы, но я их брала самые простые, какие-то у меня детские часики были, которых было не жалко, они были легкие. Мне нужен был будильник на утро просто и на длительный этап время, чтобы я знала, что время не остановилось, оно идет, и когда-то это все закончится. То есть, чтобы просто ориентироваться, что примерно вот осталось столько-то бежать, потерпи, там еще полчаса. Вот, как-то так. Это просто, чтобы с ума немножко не сойти. Вот это помогает. А вот... А? Нет, по километрам нет, там есть чекпоинты. На карте написано, что, ну, кто вот видел... Первый чекпоинт через 15 километров, второй там на 30-м. Но я, как правило, если и читала карту, я на старте уже забывала ее. Поэтому как-то очень свободно. Но я так мельком скажу. Месячный объем. Объемы были небольшие, во-первых, хотя бы потому, что я в этом году, вот самые жесткие недели по плану, они выпали как раз на то время, когда я лежала и ничего вообще сделать не смогла. Организм не хотел. Вот. Но контрольную тренировку, я помню, я сбегала 42 километра по пустыне с рюкзаком, а потом еще сбегала на небоскреб 42 вверх, 42 вниз. У меня была такая тренировка. Но это просто как бы так, тест-драйв такой был у меня небольшой. 42 этажа? Да.
Солидарность. Под землю, над землей, над водой, я как бы все вот это умею. Вот. Силовые тренировки. Я очень люблю силовой тренинг. Люблю штангу, люблю железо, люблю перекладину. То есть я никак... Да, я люблю тренажерный зал, но если есть брусья, перекладины, это, в принципе, вообще все, что мне надо для силового тренинга. Я люблю очень функциональные упражнения, когда вообще ничего не надо делать. Я имею в виду тащить никакое оборудование. И вообще тренироваться я не особо люблю. Я люблю прийти, быстро отработать, все, уйти. То есть я максимально концентрируюсь на тренировке, я не хожу там, потому что я очень ценю время. Вот. И я использую часто, чаще всего круговой формат. Например, тренировка такая... 2 плюс 2, 3 плюс 3, 4 плюс 2. Это имеется в виду, что ты 3 круга, например, из 8 упражнений делаешь без отдыха, потом плюсик, это ну, 2 минутки отдохни, а потом еще раз гонишь это и гонишь. То есть это нарабатывается силовая выносливость, и вообще ну, здорово. Мне нравится такой формат. Своим весом больше, да, так посчитайте работу? Да, мне моего веса предостаточно. Например, отжимания узкие, да, с моим весом и еще с подъемом ноги, да, на 3 точки опоры, мне предостаточно по 10 раз сделать на каждую ногу, нагрузка огромная. На ноги, на голеностоп. Ходьба выпадами, выпрыгивание, зашагивание на тумбу, прыжки. Вот барьеры очень люблю, но в Дубае пока мы барьеры не приобрели. Очень хорошо разрабатывает связки таза, шагание через барьеры. Вы вот. Не приседаете со штангой, не тянете, Со штангой я могу приседать, если она где-то под рукой. Но специально там я не буду тратить время, о, надо сегодня сесть и съездить в тренажерный зал. То есть я лучше бы выпрыгивание поделать. То есть, кстати, я перед гонкой МДС бегала несколько небоскребных стартов, вертикальные гонки в Дубае. Мне Ренат говорит, о, смотри, тут 64 этажа, иди сбегай. Побежали. И подготовка к этому, она очень хорошо готовит мышцы ног. И причем на очень здорово, я для себя открыла, бегать как вверх, так и вниз, через две ступеньки, потому что нарабатывается именно вот эта самая координация, когда вот, то есть кто бегает трейлы на хороших скоростях, знает, что достаточно сложно бежать вниз, там же надо смотреть вот это все, и если ты не успеваешь, ты просто бежишь, ой, вот это вот, начинаешь бояться. А вот скоростные бегуны, трейл, раннинг, они умеют очень быстро переставлять ноги, они просто несутся вниз, как ну, дикошары, безбашенные люди, да, и просто у них нарабатывается. У меня как раз вот в этом есть такая тормоз, такой барьер, потому что я стадионная бегунья, у меня нет этой координации. И вот в Крым я специально ездила для того, чтобы вот это себе наработать, и потом с рюкзаком вниз через две ступеньки я заставляла себя бегать именно быстро, чтобы вот наработать вот эту быструю постановку ног. Вот. А сколько работы? Это зависит от рабочего графика. От рабочего графика все зависит. Я говорю, опять же, я подстраиваю свои тренировки уже после того, как у меня выстроена работа, и как бы все у меня там нормально. Потому что это, ну, я не профессиональная бегунья. Как сейчас проходит? Вы сейчас в процессе восстановления или уже пошла какая-то? Я уже начала побегивать на 17-й день после последнего старта на МДС. Я уже вот начала бегать, у меня ничего не болит, все нормально. Но сейчас вот я на 4 дня приехала в Москву, тут я. Ну, сегодня, кстати, побегала немножечко. Ну, так. Да не, немножко, до магазина и обратно, честно. Было про растяжку. Растяжка. Обязательно, ну, насколько сильно надо делать. Насколько больно должно быть. Нет, это разное. Есть компрессионное воздействие, да, это массаж и миофасциальный релиз, прокатка на роликах. Растяжка – это абсолютно о другом. Это расслабление мышцы за счет вот этого растяжения. Вот, то есть это абсолютно разное. Это индивидуально. Нет таких параметров четко. Мы же не роботы. То есть это зависит от вашей способности к восстановлению, от вашего восприятия растяжки. То есть если человек бегает, у него ничего не болит, и все здорово, и на массаже он не орет от боли, то нельзя говорить, ты знаешь, тебе не хватает растяжки. Почему? Так все работает. Но если человек бегает, и у него то тут заболит, то там заболит, то у него еще там какие-то проблемы возникают, он не восстанавливается,
то тут стоит посмотреть, а не стоит ли добавить растяжки, либо хотя бы элементарно высыпаться. Вот, то есть не надо придумывать проблему, когда ее нет. Вы прилетаете в Париж за свой счет, ваша экипировка за свой счет, питание, вся подготовка за свой счет, платите 3200 евро, и из Парижа вас доставляют туда, вы там развлекаетесь, вас обратно в Париж довозят, и вы обратно за свои деньги возвращаетесь домой. Вот, но я слышала, кто-то 200. Мне говорит, или 3500, что-то такое. Нет, но вы можете... 3200, а вы готовитесь к следующему году. Но вы можете лететь через Касабланку и прилететь уже в город Варзазат, откуда вот начинается вот эта поездка в пустыню, своим путем и заплатить там 2800. Но я где-то слышала, что Владимир Волошин, по-моему, в каком-то интервью озвучил, что вообще 10 тысяч евро он потратил на подготовку к МДС. Ну, он как бы комфортный условия. Да, то есть подготовка. Тогда евро стоило дешевле. Да, кстати. И евро тогда вообще стоило много дешевле. Возможно. То есть, смотря что называть подготовкой, да? То есть у кого-то подготовка это просто вот сбегать, а у кого-то сбегать, еще потом спа принять и все остальное. Спасибо. Да, пожалуйста.